Ребята, всем привет! Ну вот мы с моим новым напарником, с Олегом, на новом объекте, на 26-этажном доме. Вот, сейчас скинули веревки, привязались. Привязка импровизированная получилась, потому что что-то я не подумал, станция это привязочная, ну то есть две веревки для привязки у меня есть, а у Олега нету. А высота дома 80 метров, и, соответственно, ну, основную веревку, если привяжешь к опоре, то ее просто до земли не хватит. Короче, вот тут импровизированная привязка, сейчас покажу. И мы сейчас скидывали веревки, там смотрели, чтобы они до земли были минут, ну, я не знаю, 20-30, наверное. И все это время Олег молчит. Да-да-да. Я думаю, странно, он обычно, ну, разговорчивый такой человек, а тут, короче, молчит. Пойдем спросим у него, страшно, что ли, ему? Или что, сейчас. Опа, всем привет. Здорово, Олежек. Ты чего молчишь-то? Да не знаю, что-то вот. Вожусь долго, вот меня это напрягает. Нормально, нормально, нормально. Видишь, тут крыша необычная. Опоры далеко. Страшно или что? Почему молчишь-то? Ну, по поводу страха, знаю. Нет такого прям чувства, что страшно. Не так-то уж и намного больше этажей, чем в прошлом здании. Я тебя понял. Ты все протекторы подложил? Да. Все там готово. Все готово. Ага, ну все. Сейчас идем, набираем воду и спрыгиваем. Так. Что по привязке? Сейчас привязку покажу. Ой, люблю я новые крыши. Все так приятно, в общем, здесь. Мы сейчас с утра пришли, попили кофе, поели. Да. Короче, вот. Вывешиваться буду я здесь. Напарник там. Ну, вот таким образом привязались. Вот я выше говорил про веревки. Вот таких у меня было две веревки. Вот я обычно на них вязался. Одну Олегу отдал. Вот мы основную веревку привязали. Ну, на обычные три восьмерки. Три протектора, естественно, потому что здесь кирпич, ну его нахер. Веревку портить. Здесь протектор. Олег тоже вот все проложил четенько. Смотрите, молодец какой, друзья. Я такого никогда не делал. Смотрите, он проложил протектор к станции, да? И привязал, смотрите, протекторы. Видите? Молодец. Я-то не привязываю. Ну, а какой смысл-то? А, вот этот не привязал. Один не привязал. Ну, хулиган, давай привязывай. Ну. Все. Так, по поводу страховки, значит, у нас, так как у нас веревки дополнительно нету, к этим страховку, если привязать, то веревки будет не хватать метров 10, наверное. Поэтому, чем мы решили? К ограждению вот к этому мы страховку привязали. Ограждение, в принципе, ну, такое, вроде бы нормальное. На 4 анкера. Каждая перегородка посажена. Ну вот, в общем, вот страховку на восьмерке и через несколько перегородок привязали. Ну и я также. Сейчас покажу, где будем спускаться. То, что медленно, это нормально, Олег. Со временем скорость увеличится, привыкнешь. Нормально, нормально. Так, сейчас покажу. Вот, короче, висеть будем здесь. Да, 7 стекол. Тут несколько этажей надо будет сделать. Сейчас план посмотрю. Все, мы там снизу ленточкой огородились. Покажу. Ну, лента есть, все четко. Готовимся к спуску, короче. Так, все, сейчас спустимся, наберем воды. А, сейчас посмотрим, сколько нам мыть-то, кстати. Да. Раз, два, три, четыре. А, ну. 4 этажа. Да, 4 этажа. И у тебя еще захват 2 окна. Не, здесь они не получится, Олег, они очень далеко от балкона. Здесь перевешиваться надо вот отсюда. Так, ну нормально, что? 4 балкона по 7 стекол. Наберем тогда. Так, 4 балкона по 7 стекол. Возьмем тогда по половине воды. 5 литров, кажется. Да, давай, бери одно ведро и погнали. С одним ведром. Сходим. Так, ну все, поехали. За водой. Здесь что так интересно, почему-то две кнопки. Чего они значат, хрен его знает. Здесь вот нарисован груз какой-то. Это, видимо, грузовой, что ли, вызывать? Это обычный лифт или что? Ладно. Там едет, кстати, грузовой лифт. Сейчас ты увидишь, у него эти стенки из ДСП. Вон, видишь? Это на время строительства, потом это все уберется. Воду набираем здесь вот.
Тут, где ноги собакам моют, видимо, да? Одну из собак. О, нифига, сушилка, что ли? Мы с тобой как-то из деревни, да, приехали? Ну, если что, если я после работы здесь, если хочешь, помойся. Ладно, все. Так, все, воды набрали, все четенько. Этажи вот здесь я нарисовал на руке по привычке, сверху вниз. Ну, я думаю, воды хватит. Нормально, все. Пошли на спуск. Че ты как будешь спускаться? Я вот, я туда встану, оттуда буду спускаться. Можно там встать, привязаться и спуститься. Давай проверим карабинчики. Все было четко. Протекторы, чтобы не съехали. Ну, все нормально. Все, пожелайте нам удачи. Пошли мы на спуск. Будем висеть и наслаждаться вот этой красотой. Вообще красиво, да? Офигенно, блин. Олег, ну что, я тебя поздравляю с покорением новой высоты. Ты на 80 метрах висишь. Как ощущения? Спокойно в данный момент. Спокойно, а сейчас не хотел спускаться, там сидел сверху. Ладно, хоть... Трудно было спуститься. Ага. Красавчик, молодец. Молодец, молодец. Все, поехали работать. Ну все, связку сделали с Олегом. Не 4 балкона, а 8 по итогу получилось балконов. Там раздельные квартиры, раздельные балконы. 3 стекла, 4 стекла. Суть не в этом. Прикиньте, сейчас выпрыгнули. Я выпрыгнул в одной футболке. Было более-менее тепло, солнце. Выпрыгнули, все, поднялся ветер, солнце ушло. Я охренел, висел, ну, висели примерно часа 2,5. Я охренел, короче, я замерз, сжал зубы через силу. Висел, это было жестоко, я вам скажу, друзья. Все, и спрыгнули, и как раз пошел дождь. Пошел дождь, и ветер поднялся. Но мы с задачей справились, мы молодцы. Сейчас что у нас? Наша задача на завтра подготовиться. Сегодня мы не полезем, потому что... Почему мы не полезем? Потому что... Потому что Олег промок насквозь, у него вон ноги промокли. Да и время уже. Мы сегодня долго, короче, начинали работать, долго привязывались, ну и так далее. Ну и все-таки Олег первый раз на такой высоте, поэтому... Вот, сейчас будем перевязываться. На завтра сразу перевяжемся, подготовимся. Завтра будем работать вот здесь вот. Завтра будем свешиваться вот здесь. Здесь вообще объем до хрена, короче, здесь балконов делать. Потом еще торец этих балконов делать. Мне еще сейчас веревки затягивать 200 метров. Как-то так вообще. Туча вон ушла куда-то, вон туда. Все нормально. Пойдемте спросим у Олега его ощущения. Олег, расскажи, почему ты так долго спускался? С карниза, я имею в виду. Что у тебя случилось? Ну, даже не знаю. Когда я слез вот сюда, на карниз, очень много мыслей стало посещать голову. И вот эти мысли, они мешали мне просто начать действовать. А как только я перестал думать, я сразу начал действовать. И почти сразу вывесился после этого. В таком случае я всегда вспоминаю слова Жени, альпиниста. Это наш самый главный альпинист, он нас всех обучал. Он всегда говорил, когда привязываешься, садишься на парапет, долго не думай. Надо сразу спускаться. Потому что чем дольше будешь думать, тем больше вероятность того, что ты не спустишься. Да, Олег? О, Олежек мне помогает веревки затягивать. Золотой человек. Как-то так. В общем, такой вот видос. Олег молодец, спустился с 80 метров. Прям реально красавчик, капитально. Видели бы вы его глаза, когда он с карниза с этого спускался. Это вот только в альпинизме можно увидеть страх в глазах. Это реально, это капец. В общем, такой вот простой, небольшой ролик с высоты 80 метров мы вам записали. Вокруг нас такая вот красота. Ну и традиционно, кому этот видосик понравился, ставим лайки. Пишем любой комментарий, я читаю все комментарии. Всем пока, до следующих встреч.